В Запорожье никак не приступит к работе общественный совет при обладминистрации. Причина – нет председателя. На очередном заседании общественного совета наконец расставили все точки над «и». Подробности в нашем сюжете. Одной из основных функций такого совета является гражданский контроль за действиями власти. Но если бы баснописец Иван Крылов присутствовал на собрании Запорожского общественного совета, то у него наверняка появилась бы идея написать продолжение к басне «Лебедь, рак и щука». Как известно, в спорах рождается истина, но когда споров слишком много, начинается хаос и балаган. Без избрания главы говорить о полноценной работе общественного совета пока не приходится, и на одном из прошлых заседаний делегаты вроде как сошлись на кандидатуре Юрия Зубко. Но потом оказалось, что его избрание было нелегитимным. На данный момент ситуация такая, что Рада в патовой ситуации, потому что де-факто состоялась, де-юре не признана. Потом появилась еще одна кандидатура на пост главы совета в лице запорожского атамана Александра Панченко. И прения по кандидатурам продолжились. Уважаемые товарищи Панченко и товарищи Зубко, мы выбрали Зубко, но это не значит, что мы против товарища Панченко. Он такой же уважаемый нами человек. В этот день члены совета решили твердо, без долгожданного избрания главы заседание не заканчивать. Мы сейчас примем повестку дня, а потом утвердим регламент. На принятие таких важных этапов, как повестка дня и регламент, ушло добрых 2 часа. А вот главный итог собрания получился весьма неожиданным. Чтобы не было обидно ни Зубко, ни Панченко, главой общественного совета делегаты с помощью розовых мандатов избрали Александра Намеченко, кандидатуру которого поддержали 37 человек. Александр Намеченко представляет областное отделение Украинского союза афганцев Украины.